Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самих Шукри призвали к немедленному прекращению огня в зоне Палестино-Израильского конфликта, сообщается на сайте российского дипведомства. Они обсудили ситуацию по телефону и выразили глубокую озабоченность обострением конфликта, который уже привел к многочисленным жертвам. Главы министерств указали на необходимость наладить переговорный процесс согласно нормам международного права и решения ООН. Кроме того, Лавров напомнил о российских инициативных предложениях, которые помогут скорее достичь политического урегулирования конфликта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести особое положение в тылу в радиусе КМАТ сектора Газа. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Стороны продолжают обмениваться ударами. К настоящему времени погибли человека, число раненых приближается к 3000.